Доброе утро еще раз от меня и Доти. Дотя сегодня со мной будет кататься за компанию. Моя компаньонка, которая не любит сниматься. Она бабушку, ты да? Ты что, в новостях снимаешься? Она в бабушку чем-то удалась. Она тоже не снимается у нас. Ничего, это вопрос времени. Значит, мы приехали уже на работу, всех порадовали, перерадовали, Любчик радуется уже, все радуются, все работают с хорошим настроением. Так должно быть, вот так. А я с Досей шурую на Днепр. У нас там тоже есть рабочие моменты. Ну и, конечно же, надо порадовать и себя, любимых. Значит, задача дня – купить Доте летние босоножки. Ну и себе что-нибудь присмотрю. Себя не обделяю. Не-не-не. Ни в коем случае. Вы что? Плохое настроение у мамы, плохое настроение в семье. Это факт. Вот так. Значит, всем хорошего дня. Пусть ваши улыбки сияют. Пусть ваши глазки радуются. Ты что-то хочешь добавить людям? Нет. Ей даже нечего добавить, понимаете? Два фактора: сияющие глаза и улыбка на лице. Все. Я все сказала. Вот так. Аня, сделай лицо свое. Примерно так, как Аня. Всем улыбаться. В общем, мы на Днепр. Гоу. В общем, все так произошло быстро, что я еле успела припарковаться. Очень-очень быстро, прям очень обслужили. Вот так, Макдональдс рулит. Значит, второй раз покупаю и очень рекомендую всем молочный ванильный коктейль. Слушайте, это прям вкус детства. Пломбир какой-то, ну, наверное, молоко там, понятное дело, и ванилька. И прям очень ощущается вкус мороженого талого. Так что рекомендую ванильный коктейльчик. И Дотя, не Дотя, если не заказала себе картошку фри. Вот так. Я на диете, поэтому... На какой диете? Диете. Поэтому мой обед сегодня выглядит вот так. Всем, кто кушает, приятного аппетита тоже. Мы уже закончили рабочие моменты. Запарковались на парковке, так как в Днепре... Очень трудно будет без парковок вам найти свободное место. И отправляемся в центр гулять, искать Доте босоножки. Еще будет. Но мы тут посмотрим тоже и поедем, если здесь найдем чуть дальше. В общем, не переключайтесь, ходим узнаем. Город Днепр тоже на секундочку очень и очень красивый город. Шумный. Люди гуляют, люди улыбаются, люди радуются, поэтому дома лучше всего. Вот так. Все такие интересные ходят, озадаченные и красивые. И это не может не радовать, согласны? Музыка играет, люди улыбаются, жизнь продолжается. Вот так. Ну а мы с Дотей идем в один магазинчик порадовать маму. Такой маленький, сразу неприглядный магазинчик. Like Shop. Вот так. Порадует сейчас нас одной маленькой деталью. Значит, здесь есть все. И кепочки, и очечки, и сумочки, и купальнички. Все-все для настоящих девочек. Вот так. Пошли, Дотя. В общем, я очень быстрая. Глаз-алмаз уже. Я опытная, смотрите. Ну, прям чётенько. Очень большой выбор сумок. Дотя ничего не хочет себе. Дотя другие планы. Короче, огонь, да, Дотя, берем? Все, Дотя сказала огонь. Хорошо? Хорошо. Конечно. Тут еще очень большой выбор купальников, смотрите. Все можно будет на сайте посмотреть. И очень большой выбор сумок. Так что имейте в виду.
В общем, я очень быстрая в выборе во всем. Поэтому почти пинко, десь біля пінку рядом, мабуть, лежало або не лежало, но все же. Мелочь, а приятно. И сразу настроение что? Правильно, улучшается. В общем, мы сейчас едем до каравану. Вот тут в центре нема для Доці обуви. Будем надеяться, что караван нам предложит больше выбор. Вы не подумайте, Аня не на умняках. Просто девочка знает себе цену, да, Доці? Одно выражение лица говорит обо всем. Вот так. Хорошо, когда ты водитель. Вот так на раз-два, и мы у каравани. Вот так. Я уже с новой сумочкой. Пинко. Десь рядом, біля пинко лежало. В общем, мы вот этой красивой девочке сейчас очень надеемся найти красивые босоножечки. Вот так. Пожелайте нам всем удачи. Бо ну дуже трудно нам дається вибор. Ну дуже трудно. Да, тут я права? Понимаете, это надо ж какую выдержку иметь, держать вот это лицо. Вот это ж не улыбаться, вот это ж не заржать, понимаете? Это ж образ. А вы-то думали? В общем, все, что мы сделали, это ухандохались, а? А вот обувь красивой девочки мы не купили. Доця, объясни людям, почему мы не можем купить обувь? Потому что это все не для меня. Все не то. Ей надо универсально. Ей надо универсально, понимаете? Ищи нашу машину, я не соображаю, где мы. Короче, выбор есть, она мерила. Тут а-ля колхоз стайл. Она мерила этот колхоз. То размера нет, то, что нравится, то ценник занадто, то не нравится. Ну, в общем, как всегда. Я же не одна, правда, такая мама подростков, да, вот это, когда то не нравится, то не хочу. То не... Я с первой секунды выбрала сумку. Что ты мне рассказываешь? Ты месяц ей выбирала. Я зашла в первый магазин и выбрала. Сначала тут не могла найти дорого, потом... В Париже не могла выбрать, бы дорого. И тут уже а-ля колхоз выбрала. Потому что я экономист в семье. Что ты рассказываешь? Я экономистка в семье, понимаете? Я могу найти недорогую, но хорошую вещь. А Доця не может. Но мы не говорим вам нет, мы не говорим себе нет. Мы едем до Новомосковску. Хотя мы вчера там тоже все смотрели. И у нее были планы, вот в Днепре она купит, но вот не купила. Кажи, давайте мне кроксы купим. Кажу, ага, говорю, будешь в тапочках ходить. Я пошутила, а ты буквально восприняла. В общем, ребята, так бывает, да? Не только у нас. Скажите, пожалуйста, что не только у нас. Что у вас тоже дети такие колерные. Дуся, чи ти у нас только такая одна эксклюзивная? Эксклюзивная. Она эксклюзивная у нас. В общем, мы хендуем до дому, мы такие уставшие. Не, на работу надо сначала. 16:11. День прогуляли, прогигикали, но вопросы решили некоторые. Как купим, обязательно вам покажем, да, Доця? Где-то же они стоят, где-то они же ее ждут, эти босоножки. Я, честно, такая самая была в таком возрасте. Моя мама со мной мучилась. Это я сейчас знаю, что мы хочу. Мы с тобой не похожи. Это я сейчас знаю, что я хочу. Зашла, увидела, купила. Все. Ну, пожалуйста, не бреши людям. Ну, я тебя прошу. Ну, ты знаешь обо мне немножко больше. Но, в общем, я, конечно же, сейчас быстрее могу выбрать. А Аня, раньше Аня, это а было вообще... Аня, а это нормально? Аня, ну подскажи, пожалуйста. Потому что я весы, мне свойственно вагаться. Меня Любчик хорошо... Меня Любчик хорошо это устаканивает. И вот чье-то вот или Доця, или Саня. Саня вообще хорошо мне все это. Так прям на раз-два. Бери твое. Доця, решай сама. Вот что носить, ты решай. Ну да. Короче, все хорошо, мы не расстроены. Купим босоножки в Новомосковске. По-любому, Доця. Не переживай, ты. И ты не переживай. Мы до дома.
Мы уже вернулись с мегаполиса в тишь и благодать, то бишь до дому. А тут Любчик! А тут Любчик работает. Любчик! А так всегда. Кто-то работает, кто-то снимает. Любчик! Почему доця у нас такая колярна? В кого она? В тебе, конечно. В кого она такая колярная? Почувствуешь, как с тобой ходить. Любчик, остановись. Боже, идеальный мужчина. И ломает, и строит. Дивіться, какие у нас тихий ужас тут. Представляете? Этому строению 50 чем-то лет было. Посмотрите, как раньше строили. Видали? Какой ужас. Ничего. Сейчас Любчик разберет. Здесь же и Сашенька помогает. Я же просто не показываю. Санечка, Саша молодец. Просто Саша молодец. И Любчик молодец. В общем, они это все сгорнуть, сравняют с землей. Потом придут строители и будут нам что-то строить. Вот так. Вот такие у нас дела, ребята. А по доці все хорошо. То просто ще не пошили такі сандалі. Ну, в общем, мы уже там все переиграли. Она посмотрит себе шлепанцы. Купит себе шлепанцы. А когда найдет сандалики, тогда сандалики. Посмотрите на вот эту Джесю. Она неравнодушна к нашим курочкам. Джеся, куда ты шуганула? Джесси, вернися. И не лезь курочкам. По гвоздям тут лазишь. Ага, прям марудят курочки, да? Курятинки хочется, охотничьи собачки. Нельзя туда, Джеся, поранишься. Ах, хочется, ах, как хочется курочку. Поисковая собачка у нас, блядь, неугомонная. Вылезь оттуда. Джеси. Сейчас травмируешься, а потом будешь лежать. Вылезь оттуда. Джесси. Любчик, ты не устал? Кого это волнует? Устал. Любчик, я мысленно с тобой. Джесси, я мысленно с тобой. А ты наш Сашенька сегодня? Я ехал домой, ага. И думаю, что лучше? Побежать на пробежку? Или продолжить стройку? Нет, думаю, надо продолжать стройку. Вот так, видишь, и вот это спорт всегда на потом, на понимаешь? Потом. Вот это не спорт. Ну, когда дойдет, то будет ложить. Это ж буду делать не я. Ну да, ты тогда побежишь, да? Да, я побегаю. Хорошо. Я пошла ужин готовить, Любчик. Итак, Любчик молодец. А я, Любчик, кто? Умница. Посмотри, какой я заварганила ужин. Почти. Я. Совместно. Совместными усилиями. В общем, Любчик. Ты сегодня такая ухандоха, да? Но тем не менее, кого мне красить? Не хочу. Тем не менее, смотри, какой красивый у нас ужин. Молодцы, Любчик. Все. Всем приятного аппетита, кто кушает. Спасибо. Кто не кушает, тому неприятный аппетит. Вот так мама сказала, которая не снимается. Не надо. За кадром. Аня, ты это, все. Может, мы кушать.